Интервал между ключевыми кадрами называется твин. Щелкнув по кнопке «Показать твины», мы увидим список событий, происходящих с мячиком на текущем твине. Строки в списке соответствуют полоскам на временной шкале. Щелкнем правой кнопкой мыши по строке перемещения на временной шкале. В выпадающем списке выберем «Установить изинг». Выберем квадратичную зависимость. Теперь, нажав play, мы увидим, что мячик падает с ускорением. Вернемся в список изингов. Мы можем установить bounce в конце нашей траектории. Тогда мячик после падения еще будет подпрыгивать.